Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами video-shopper.ru. В нашей студии будущее. Воплощение в Samsung Galaxy S4. Он знает, что вам нужно. И что самое главное, он вам это дает. Кроме того, он, как и Менделеев в кабинете химии, внимательно следит за вашим взглядом. Испугались? Хотите узнать больше? Тогда смотрите обзор. Но сперва напомним, что только в нашем магазине video-shopper.ru вы совершенно бесплатно получите пленку на экран, полноценную навигацию, множество игр и программ. Кроме того, только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Коробка – это первое, что удивляет. Вопреки тому, что внутри настоящее произведение технологического искусства, она сделана под древесину. В модном сейчас эко-стиле. Возможно, любителям лаптей придется по вкусу. Посмотрим, что находится внутри. Здесь аккумулятор, USB-провод, зарядка, наушники, накладки на них и макулатура. Стандартный набор в необычной обертке. Внешне Galaxy S4 даже слишком напоминает своих же предшественников. По размеру не такой большой, как Note 2, поэтому не стоит пугаться тем, кто не любит гигантские лопаты. Даже по сравнению с предыдущей моделью S3, вопреки повальной гигантомании, четверка стала меньше, зато увеличила свой экран. Тем не менее, как и многие Samsung, этот все-таки довольно крупный. Его дизайн наверняка придется по вкусу всем фанатам серии Galaxy. Однако в руке лежит удобно. Корпус смарта выполнен из поликарбоната. Задняя пластиковая панелька, похожая на змеиную кожу, прекрасно собирает отпечатки пальцев и немного скользит. С другой стороны, она довольно приятна на ощупь. По бокам расположен серебряный ободок. Спереди видим большой черный прямоугольник. Экран. Сверху разъем для наушников, слева качельку громкости, работающую довольно легко. Справа напротив располагается клавиша включения. Снизу слот для USB и, соответственно, зарядки. Чуть повыше на передней грани смартфона располагается основная кнопка. Динамик есть сверху спереди и сзади снизу. Есть, конечно, и фронтальная камера, и классическая. Очевидно, что кнопок у этой модели не очень много, однако много непонятных точек. Это датчики, которыми S4 напичкан до нельзя. Здесь съемная батарея, под которой прячется слот для сим-карты и microSD. Включаем смартфон и сразу же слышим милые уху бульканья, от которых владельцы айфонов тут же закатывают глаза и принимают бойцовскую стойку. Сразу же видим надпись «Спутник жизни». Она в полной мере описывает главную концепцию этого ультратехнологичного Самсунга. Давайте внимательнее посмотрим на экран. Здесь, конечно, прославленный Full HD экран типа Super AMOLED с диагональю в 5 дюймов. В таком типе экрана черный – это настоящий черный, а не какой-то там подсвеченный. То есть энергия не поедается. Поэтому, если вы решили сэкономить зарядку, ставьте черные обои. Кроме того, такой вот натуральный черный делает картинку четче. Размер изображения составляет 1080 на 1920. Число пикселей на дюйм составляет 441, что значительно больше, чем на iPhone 5. И действительно, дисплей работает на славу. Изображение яркое и сочное. Углы обзора выше всяких похвал. И да, как и на всех уважающих себя смартфонах, на S4 стоит защитное стекло, устойчивое к царапинам. Прежде чем показывать необычные способности смартфона, мы решили рассказать вам о насущных. Вот, к примеру, батарея. Она здесь литий-ионная на 2600 ампер-часов. Для смартфонов довольно неплохой показатель. 4S не будет работать неделями без подзарядки, но должен продержаться 1,5-2 дня. Узнаем технические характеристики. Во-первых, в нем аж 8 ядер. Причем, когда вы просто работаете со смартфоном, работает только 4 ядра. А вот когда совершаете какие-то суперсложные манипуляции, например, играете в игрушку, которая ест много мощности, работают все 8 ядер. Кроме того, здесь 2 гигабайта оперативной памяти, процессор QR-Code, а видеопроцессор PowerBP. Внутренней памяти в этой модели 16 гигабайт. Еще есть модели на 32 и на 64 гигабайта.
Пожалуй, это самое мощное устройство, существующее на рынке на данный момент. Внутри, как и ожидалось, стоит Android версии 4.2. Взглянем на лаунчер. Это новая версия TouchWiz, которая, впрочем, очень похожа на предыдущие. Сперва вы можете поиграть с бликом разблокировки. Вы не ослышались, действительно солнечным бликом. Выглядит очень красиво. В главном меню можно бесконечно долго крутить виджеты. Особенно приятно это делать тогда, когда волнуешься или задумался, не все же ногти грызть. Меню пестрит разнообразными иконками. Тут и облачные сервисы, и диктофон, и многое-многое другое. А теперь поговорим о суперспособностях Samsung Galaxy S4. Если вы стремитесь вести здоровый образ жизни, обратите внимание на зеленую иконку фирменного приложения S-Health. Благодаря ему вы сможете следить за собственной активностью. Стоит также обратить внимание на Group Play. При помощи этой программы можно дружить с другими Samsung'ами, обмениваться музыкой, играть в игры и делиться фотографиями. И именно благодаря S4 вы научитесь телекинезу, то есть сможете управлять телефоном с помощью глаз, например, листать браузер вниз. Но будьте осторожны, некоторые старомодные граждане, не сильно прошаренные в технологиях, могут запросто бухнуться в обморок, если вдруг увидят, как вы делаете это при помощи одних глаз. И да, именно за такое сжигали в средние века. Магия, да и только. Хотите впечатлить девушку и сойти за Гарри Поттера? Листайте фото и браузер не при помощи глаз, а более эффектно. При помощи жестов, совершенно не дотрагиваясь до экрана. Для пущего эффекта можно шептать заклинания. Помните, мы говорили про Менделеева? Да, Galaxy следит за вами. Например, во время видео, как только вы отведете от экрана взгляд, проигрывание тут же остановится. Правда, работает эта функция пока что не на высоте, но уже одно ее наличие не может не радовать. Кстати, а как давно вы были у врача? Samsung Galaxy S4 обследует вас, а точнее узнает, какое ухо у вас слышит больше. Не пугайтесь, у каждого человека есть такая вот ушная асимметрия. После того, как ваше сильное ухо будет определено, он подстроит звук под вас. Очень удобно. Помимо проверки ушей, S4 также узнает, насколько высока температура и влажность в помещении, где вы находитесь. А вы готовите сани летом? И правильно делаете. Чтобы не отморозить пальцы в суровую русскую зиму, вам не придется покупать специальные перчатки для управления сенсором экрана. Для S4 подойдут и самые обычные варежки. Основная камера в телефоне аж на 13 мегапикселей. Очень достойное число, так ведь? Но это еще не все. Здесь множество режимов, которые помогут сделать из ваших самых обычных фотографий нечто удивительное. И, конечно, на смартфон можно снимать качественное видео в формате MPEG-4. У Galaxy S4 есть уникальная функция съемки видео на обе камеры одновременно. Вы сможете записывать, к примеру, футбольный матч на основную камеру и свою реакцию на фронтальную в один и тот же момент. В таком случае вы не только не пропустите знаменательный гол, но сможете любоваться собственной реакцией сколь угодно долго. Пока не очень понятно, насколько востребована станет эта функция, но, скорее всего, она произведет фурор. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Каковы здесь средства коммуникации? Ну вот, к примеру, ваш смартфон сможет общаться с вашим телевизором и даже говорить ему, что делать и что показывать. Все благодаря ARDA, которая превратит S4 в настоящий пульт. Кроме того, здесь есть USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, NFC – технология коммуникации ближнего поля.
Напомним, что только в нашем магазине video-shopper.ru вы совершенно бесплатно получите пленку на экран, полноценную навигацию, множество игр и программ. Кроме того, только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Что можно сказать в заключении? Galaxy S4 – это телефон для тех, кто хочет не только быть в тренде, но и пользоваться всеми последними технологическими разработками. Он расширил границы понятия «умный телефон» до пока что максимальных пределов. С вами был video-shopper.ru. Подписывайтесь на наш канал. Удачи! Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Связной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше.